Ситуация более-менее нормальная, но очень много людей вооруженных. Очень много людей, криминальный мир очень сильно оживился. Моя вина в том, что я не знал, что готовятся такие акции. То есть наши спецслужбы, наши правоохранительные органы абсолютно в этом вопросе были. Ну, нулевая информация. Жалко, или как некоторые вам сказали, что достается, может быть, жалко. Ну, я глава государства. Как я дам команду, стреляй по живым людям? Они стреляли в воздух, и это на это ведь не реагировали. Но когда пошли стрельба в мое окно, когда снайпер целенаправленно стрелял в мое окно, но чисто случайно не попал в меня. Естественно, охрана, сотрудники правоохранительных органов ответили огнем. ربنا اغفر لنا واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صبرنا اكبرنا برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته